Добрый день, дорогие подписчики моего канала, с вами я, Destuchitrik, и сегодня, как я и говорил, я буду играть за тех игроков, которые мне выпали в последнем покопанинге. Но я еще чуть-чуть приукрасил свой состав, подкупив еще одного тотца, одного героя, короче, смотрите. Не стал я ничего интересного придумать и сделал вот такой состав, смотрите, давайте, хоп, вот, все. Идеальный состав, которым я сегодня буду играть, и я надеюсь, он мне сегодня поможет победить двух соперников подряд. Играю я в обычном кубке, и так, нахожу первого соперника. Ну, у него состав, можно сказать, уже типичный. Таких составов я много видел. Обычная итальянская лига. Опасный момент у моих ворот, и Шмейхель пропускает первый гол. Ну, момента, в принципе, в матче пока что не было. И вот первый момент у соперника, и сразу же он заканчивается вот таким неудачным исходом. Лукаку. Лукаку как хорошо борется, и удар нужен. Вратарь вытаскивает. Первый такой момент от Лукаку, у него очень годный корпус в этом моменте оказался. Надеюсь, он также будет продолжать играть. У нас еще есть опасный момент, удар, но рикошет. Ну что сказать, 2-0 я проигрываю, да. Хорошая передача на Лукаку, убежит и далеко мяч от себя оторвал, жалко. Головин, хорошо прошел, и дальше Лукаку какую передачу делает, и в дальний угол надо бить. Вратарь спасает, но и защита здесь помогает, но добивание 2-1. Наконец-то мы забили хотя бы один гол. Хочу отметить передачу Лукаку пяткой. После первого тайма статистику можете посмотреть. Ну, в какой-то момент мы перехватили инициативу в свою сторону и начали тащить. Надеюсь, сейчас добью соперника. Хороша, хороша передача, Лукаку забьет, но это был офсайд. Drinkwater, давай передачу в центр и удар сразу же. Удар хороший был, Буффон вытащил. Пинейра и Шмейхель вытащит, вытащит. Первый матч я проиграл, скорее всего, не знаю, заслуженный или нет. Но моментов и у меня было прилично, и у соперника. Статистика у нас равная, но победила все-таки команда из Томи. Но в первом матче мне понравился Лукаку, он серьезно отличался от других игроков. Но не ожидал я от него такой прыти. Очень хороший корпус, удар и скорость. Ну а про остальных я пока что ничего такого не могу рассказать. Нахожу второго соперника, состав, можно сказать, такой же, только здесь есть Димария и Курзава. Drinkwater отдает передачу на Лукаку. Лукаку такой должен реализовать или отдать пас. Пасами у Лукаку пока что вообще бэт. Так, хороша передача, Головин, Головин! И передачу на Лукаку, и он должен такие забивать. 1-0, мы выходим вперед. У меня, я только сейчас заметил, камера в другую сторону почти смотрит, так что давайте подвинусь. Но здесь Головин молодец, поборолся, я отдал хорошую передачу, ну а Лукаку сделал все, что от него требовалось. Офигеть удар. Я не знаю, как Шмейхель такое не вытащил, но Димария спокойно забивает мне первый мяч в этом матче. Но смотрите статистику, показывает то, что у меня 0 ударов. Сами вспомните, какой я, ну, забил гол, разве это не был удар? Я не понимаю, как засчитывается статистика в FIFA 16. Так, передачу бы, передачу, Дзагоев, Алан Дзагоев! Первый его момент, наверное, в сегодняшней серии был, но он его не смог реализовать, хотя шанс был очень хороший. Навес. Лукаку будет бороться, выигрывает вверх, но удар не сильный получился. Досейви. Я не знаю, кто это, но он пробежал очень хорошо, но Дзагоев очень хорошо ударил. Не ожидал я того, что сейчас все так пройдет. Мой тот, с которым мне выпал третьим в последнем покопаннинге, просто нереально прошел всю бровку, пробежал в центр, отдал передачу на Дзагоева, который наконец-таки забил гол. Так, ну почему? Почему бы нет? Почему бы нет? Удар вроде бы хороший, вратарь нереальный прыжок сделал. Ну серьезно, очень сложно было отбить такой мяч. А Лукаку, смотрите, как борется. Какой у него корпус? Еще один удар, еще один удар. И все, мимо ворот, угловой. Так, хорошо, Досейви. Я не знаю, как правильно читать свою фамилию, но ты очень хорошо бежишь. И здесь как Дзагоева быстро съели. Но он отвоевал мяч. Отвоевал мяч, делаем навес. Не туда, можно еще один навес. Можно еще ударить, не получилось. Перейра будет делать навес. Будет навес или пенальти? Ни того, ни другого пока что. Будет навес. Передача, гол. Пропускать на 80-й минуте очень обидно почему-то. Не знаю почему. Но это гол. 3-2. Ну блин, я не знаю. Я пытался, делал все, что нужно, но в итоге сами видите исход. Миральяс. Передача. Этот Дзагоев. Дзагоев, хороший удар. 3-3. Я уже готовил фразы, блин, чтобы отмазываться то, что я проиграл. Но Дзагоев хорошим ударом выводит мою команду в дополнительное время. Ну, наконец-таки он себя проявил. Смотрите, какой удар идеально через всех игроков пролетел мяч прямо в дальний угол.
Я не знаю, блин. Вся защита пропустила всю команду, блин. И сразу же на 92-й минуте нам забивает гол. Головин. Головин. Ой, передачу на Лукаку нужно. И он забивает гол. 4-4. Блин. Я уже сколько раз отыгрался в этом матче. Я, конечно, не считал, но два точно. Но и это идеальный исход пока что на данный момент. Ну все, Дзагоев. Хэт-трик давай, Дзагоев. Дзагоев, хэт-трик. 5-4 мы выиграем соперника. Просто додавил. Несколько раз я уже думал то, что все, проиграл и больше шансов выиграть у меня не будет. Но в итоге уже дополнительное время, счет 5-4, нужно держать этот счет. Удержал. Шмейхель никакой, пока что точно никакой. У него бывают такие всплески, где он вытаскивает обычные моменты, но он не стоит, сколько он там стоит? 17 тысяч вроде, он таких денег не стоит. У меня сейчас либо разрядится, либо выключится просто сама камера, а у нас пока что серия пенальти. Давайте камеру чуть-чуть так, и первый сейв, нет, не сейв. Лукаку, бац. Дибала, Дибала бьет и молодец, очень хорошо ударил. Дзага, Дзагоев забивает еще один. Перейра, молодец, хорошо бьет. Вот у Головина очень сложно надо ударить, но мы попадаем и забиваем. Ди Мария, ой-ой, молодец. Миральяс забивает. Пятые удары уже идут, пока что никто не ошибается. Маркизио забивает. Мне тоже нужно забивать, И 5-5 сейчас уже у нас у каждого по одному удару и нельзя ошибаться. Ну блин, ну как вот такое не вытащил? Ну он же рядом стоял. Drinkwater! И собака вытаскивает. Ну блин, очень такая напрягающая. А, нет, подождите, 6-5, а почему? Так все, соперник должен был выиграть. Что-то я не понял прикол, короче. А зачем он еще раз бил? Я не понял, зачем соперник еще раз бил, короче. Серия пенальти оканчивается со счетом 7-5. Ну, скорее всего, все-таки заслуженная игра была и в мою, и в его сторону. Короче, опять мне не повезло. Состав у меня хороший. Отмечу Лукаку за 2 матча, забил 2 гола, но играл намного лучше, чем эта стата. Дзагоев за 2 матча 3 гола забил. Играл чуть хуже, но реализовал такие шансы, в которых, ну, просто, ну, не знаю, как сказать. Которые, короче, не все реализуют. Также до Сэви, не знаю, как правильно читать его фамилию, сделал 1 голевую передачу. Ну и Головин за 2 матча сделал 2 голевых передачи. В принципе, на этом все. Игроки годные, но придется всех продавать. С вами был я, DS4. Всем пока.